Как компания Amazon собирается конкурировать с YouTube? О том, что Microsoft собирается избавляться от производства кнопочных телефонов, а также специальная новость для всех любителей Твиттера уже через секунду. Компания Amazon запускает новый сервис под названием Amazon Video Direct, который составит конкуренцию YouTube. Amazon Video Direct позволит размещать ролики для просмотра другими пользователями, а также зарабатывать на этом деньги. Новый сервис может похвастаться большим перечнем опций возможной монетизации контента. Так, авторы роликов смогут получать часть дохода от подписки Prime, проката и продажи контента, взносов и размещения рекламы. Вместе с тем предусмотрена и модель стимулирования авторов. Доступ к контенту Amazon Video Direct пользователи смогут получать при помощи приложений для мобильных устройств и телевизоров, приставок Amazon Fire TV и планшетов Amazon. Microsoft планирует прекращать работу в сегменте кнопочных мобильных телефонов. Согласно информации, Microsoft ведет переговоры с крупным тайваньским вендором о продаже лицензии на производство аппаратов бренда Nokia. Кнопочные телефоны Nokia Microsoft реализует достаточно успешно, ведь за первые три месяца текущего года продано уже около 15 миллионов аппаратов. Но компания Билла Гейтса теряет интерес к этому сегменту рынка, как и к линейке смартфонов Lumia. На модели Lumia 650 эта линейка может и оборваться, а с 2017 года уже ожидается старт нового мобильного проекта. Речь идет о смартфоне Surface Phone, а также о планшетах Surface Pro и Surface Book. Бренд обычных телефонов Nokia будет принадлежать Microsoft еще 8 лет. Агентство Bloomberg спешит сообщить всем любителям твитов отличнейшую новость. Сервис микроблогов Twitter перестанет учитывать ссылки и картинки в лимите символов. По информации агентства, Twitter изменит свою политику уже в течение следующих двух недель. Однако официального сообщения пока так и не было опубликовано. Хотя можно вспомнить, что в начале года основатель Твиттера Джек Дорси писал, что сервис рассматривает механизмы, позволяющие пользователям писать более длинные посты. Сейчас лимит сообщений в Твиттере составляет 140 знаков. Ссылка занимает 23, прикрепленная картинка – 24 знака. И, конечно же, в связи с такими ограничениями Твиттер испытывает трудности с привлечением новых пользователей. И компании нужны новые механизмы для наращивания аудитории. На этом наш выпуск подошел к концу. Следите за обновлениями на нашем сайте и на нашем YouTube-канале. Всего доброго!